Привет всем любителям хорошего качественного звука. У меня сейчас очень интересный ЦАП, который буквально года два у меня был очень таком большом почете. Я их всех распродал, и теперь он опять появился спустя 2-3 года на Авито. Кстати, ну это была просто такая мимолетная покупка, но он опять у меня уже и ушел. Что я могу сказать про него? Он на двух АК-44-95. Просто невероятный ЦАП. Очень хорошего исполнения. Сейчас я его отключу, покажу вам, почему он так хорош. Почему он хорош, спросите меня вы. Он на двух хороших, классных, качественных трансформатора. Затем у него XMOS плата. Затем не чеконы, кондеры, все отделено, то есть все классно, качественно сделано, очень-очень хорошо, добротно, прям как будто ЦАП такой прям брендовый. Не знаю, почему Юстерс прекратили производство ЦАПов, очень хорошо у них получалось. У него также два операционника стоит, сейчас, как мы видим, это дискретные операционники. Вполне неплохие разъемы CMC, очень хорошие, очень-очень классные, качественные, но их надо немного почистить и привести в должный вид, потому что они немного окислились, вот, потому что медные. Итак, затем здесь 220, я имею в виду на задней панели 220, предохранитель, USB, который очень нужен, оптика, которая не нужна, и коаксиал, который, в принципе, тоже не нужен в наших современных реалиях. Внутри меня он очень радует. Сейчас его ценник примерно 25-30, но у него очень хорошее внутри качественное исполнение. Мы видим два чипа АК-44-95. Затем вполне грамотная, качественная плата, разводка вся на хороших, неплохих вот таких вот, очень даже неплохих, не знаю, что это за кабели, но очень неплохо, все грамотно сделано. Толстый алюминий корпус, впереди передняя панель у нас довольно информативная, очень хорошая, интересная. Представлено 1, 2, 3 кнопки и плюс инфракрасник для пульта управления. Ну что еще, кнопка вкл-выкл. Вполне себе неплохой аппарат. Он очень хорошо конкурировал с ЦАПами на 9038 чипе, тогда еще, когда только они выходили. Он вполне себе неплохо нишу занял. Не знаю, почему они прекратили производство. Они прекратили еще до того, как 4497 полностью перестали выпускать. Ну, до того, как сгорел завод. Очень хорошо, вполне качественно, нормально реализован ЦАП. Намного лучше, чем его конкуренты на 9038 чипах и даже конкуренты на 4495. Он мог бы себе завоевать свое место под солнцем звуковое. Сейчас он отправляется к хорошему человеку, аудиофилу. Ну, увы, прощай, пока, хороший ЦАПчик. Кстати, он играет вплоть до DSD. Я бы очень хотел, чтобы вот данные чипы были в ходу. Я имею в виду данные ЦАПы на этих чипах, на АК-44-95 и 97, естественно. Почему? Они составляют некую грань, некую конкуренцию между 9038
и прочими чипами. Это вполне себе неплохие, здравые ЦАП-чипы, которые могут играть в своей звуковой атмосфере, в своем звуковом почерке. Ну, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачи найти свой внешний ЦАП.